Всем привет! В этом видео поговорим о том, что предприятие Дробмаш разработало первый в России компактный роторный экскаватор. Предприятие Дробмаш в конце марта 2021 года презентовало свою уникальную новинку – роторный экскаватор КРЭ-400. Данный вид спецтехники необходим при работе с сыпучим грунтом в ходе проведения общестроительных и ремонтных работ. Новый роторный экскаватор позволит обеспечить весь комплекс работ по добыче и транспортировке грунта. При этом наиболее значимую пользу он способен принести в цементной и горно-рудной промышленности, в частности в процессе добычи угля и драгоценных металлов. Дробмаш является крупным машиностроительным предприятием, созданным еще в 1933 году. Данное предприятие располагается в городе Выкса Нижегородской области. Предприятие входит в отечественный холдинг «Русполимет» и является единственным в России производителем мобильной дробильной спецтехники. Всего за период своего существования на заводе «Дробмаш» было произведено свыше 260 тысяч единиц техники. Предприятие поставляет свою продукцию на экспорт, включая технику и запчасти к ней, в 86 стран мира. В последние три года предприятие «Дробмаш» разработало сразу несколько новинок в сфере мобильной, дробильной и сортировочной спецтехники, среди которых можно выделить гусеничную технику УМДС-400, УМДС-250 и дробильный комплекс для изготовления качественного кубовидного щебня. Объем продукции машиностроения, спроектированный и построенный на производственных площадках «Дробмаш», ежегодно растет. Только за последний сложный 2020 год выручка предприятия выросла на 15% относительно 2019 года. Новый роторный экскаватор имеет стальное сверхпрочное колесо диаметром около 5 метров, в которое вмонтировано 12 ковшей. Объем каждого из них составляет 100 литров. Новый роторный экскаватор способен дробить сыпучий грунт, включая уголь, гравий, меловые породы на скорости до 6 метров в минуту. Производительность нового мобильного экскаватора составляет 400 кубометров в час. Новая продукция «Дробмаш» является успешным примером реализации задачи по импортозамещению высокотехнологичной импортной продукции не менее качественными российскими аналогами. Причем речь применительно к продукции «Дробмаша» идет не только об импортозамещении. Не менее 30% от совокупного объема произведенной спецтехники идет на экспорт, увеличивая долю реализации несырьевой продукции из России. А это говорит о конкурентоспособности российской спецтехники, произведенной Дробмашем, на внешних рынках.